В день памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, божественную литургию в Александро-Невском соборе Екатеринбурга возглавил гость епархии епископ Щегровский и Мантуровский Паисий. Высокий гость прибыл в столицу Среднего Урала специально для участия в праздничных мероприятиях в честь святого праведного Симеона Верхотурского. Для владыки Паисия уральская земля не чужая. Именно здесь начинался его путь как служителя церкви, когда он более 20 лет назад поступил насельником в Николаевский Верхотурский мужской монастырь Екатеринбургской епархии. Там же был пострижен в иночество с именем Паисий в честь преподобного Паисия Величковского. В своем слове после литургии владыка Паисий напомнил, что в день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия отмечается день ангела патриарха Московского и всея Руси Кирилла, когда во всех храмах и обителях в России и за ее пределами во время божественной литургии возносятся сугубые молитвенные прошения Господу о ниспослании сил, здравия и спасения предстоятелю Русской Православной Церкви. Ему очень тяжело и нужны наши молитвы. Не только в дни праздников, но и каждый день мы возносим молитвы о нашем предстоятеле, просим, чтобы Господь укрепил его в этом служении, чтобы он ему даровал здравие, самое главное, телесное, чтобы он еще долго правил Слово Христовой истины. Мы молимся за святейшего патриарха, чтобы Господь укрепил его в дальнейших подвигах во славу Церкви и народа Божьего.